Fu, qué pasmado. Я сегодня по любому буду плакать. А мы думаем, что они эту посылку дербанили, дербанили. Че ты такой довольный? Посылка пришла. Еще одна. С Булгарии. Кто это тебе прислал? Посылка от Братанджелеса и от сестры. От Братанджелеса? Ой, глянь, тут аж такие. Ладно, сейчас скрою. Ну, вот смотрите. А, ее открывали, походу, видишь, скотч? Или это от транспортировки? Она да, по-моему, это то, что ее вскрывали. Ага, вот так, сразу же. Ой. София, это столица Болгарии. Красиво. Привет, разумные младшенькие. Всего вам хорошего, передаем. И скучаем за вами. Разумные старшенькие. 27.05.21. Получается, 27 мая отправили. Сегодня у нас 25 июня. Меньше месяца. Да. Класс. Это, чтобы вы понимали, старшенькие, это вот Стас и сестра с мужем, а мы младшенькие. Ого, тут вещи. Давай. Доти. Ой, какая она будет счастливая. Красовочки. Какие красивые. О, она такое любит. Это... Ой, мы такое любим. Знаешь, это вот так делается. Вот так вот делается. Оп, оп, оп. Ой, какая она будет счастливая. Я так понимаю, Доти опять. О, оля, какое цветное. Ой, какой красивый цвет. Опять платье. Тоже такое. Еще одно платье. Капец, класс. Да. Три. Ребят, ну нам теперь вообще не надо обновлять Ариане гардероб. Да, юбку вот это она заценит. Вот это она заценит, да. Юбки она обожает. Вау, Стас, как мне нравится тельняшечка. Шортофеи. Ничего себе. Класс. Так они такие, знаешь, легкие какие-то. О, это хороший, да, материал? Так они просвечиваются даже. Ну да, под лето гоняют нормально. Ну, стринги, Стас, тигровые твои любимые не оденешь. Тигровые, что? Ой, да, ты любишь такое. Фук и погнал. Крутяк. Круто. Ну, ничего себе какой ты модный. О, лосинчик. Вот футболочка. Ну, а, это все, можно забыть про шопинг. Как хорошо. Ничего себе. Да, еще маечка. О, вот это точно понравится. Это что, Микки? Еще. Лика сумасшедшая. Сколько всего отправила. Да, сколько. Да, все. Спасибо, ребята. Блин, посмотри на это. Добро. Класс, спасибо. Так, мы меряемся. Вот он. А, вот он. Давай. Пока ты там одеваешься, я покажу тоже свои эти украшения. Классачи. Ничего себе морячок. Моряк Папай. А ну-ка. Happy birthday, Стасик. Письмо. Ничего себе, у тебя подарки. Чиназис. Вы представляете, ребят, пришло. Ничего себе, в кармане кто-то забыл, да? А мы думаем, что они эту посылку дербанили, дербанили. Там же одни вещи. Сейчас зачтем. Поэтому, наверное, они ее и дербанили, да. Посылку. Скрывали. Ну, вообще, мы смотрели, Стас смотрел каких-то блогеров, и им передали подписчики, там, 20 евро, да, и у них забрали, конфисковали. Конфисковали, но это в Белоруссию, с Германии в Белоруссию отправили. Угу. И 20 евро, так там женщина с Германии, которая в Белоруссию отправляла, она их, короче, положила в открытку, эти деньги в фольгу завернула, там, чтоб, я не знаю, рентгены не пробили или что, но там законспирировала вообще, там, блин. Твоя мама с Украины отправила самолетом. А моя сестра с Болгарии,
ну, пешеходом. Наземным транспортом. А посылка выглядела так, что реально, ну, реально. Пешеход до Марокко буцал. Да, да, да. Да, вскрыли, посмотрели, одежда, ничего не нашли, да, видно. Да. И все. Ну да, они же не лазили по вещам, не смотрели в карманах. Лайк. Как вам мой как-то? Аутфит. Лук. Лук, чеснок, аутфит. Неразлучная парочка наша. Забрали их с садика и сейчас заехали на Макдрайв, купили мороженое. На Макдрайв? Макдрайв. Да, у нас такая жара. Андрюха реально не захотел ездить, пришлось. Как ты думаешь? Не два? Красивая? Очень. А ну как дальше солнце, что есть? Покрутись. Ну вообще. Крутят. Скоро пойдем к Ариане на утренник, она вот все движение нам показывает раньше времени. Ну тебе нравится, довольная подарками? Настоящий фермер. Ну, как ты запашок, конечно. Ух! Дай, 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 дай. Понравилось. Кто это сделал? Персик, хомячек. Смотри, она сейчас захомячит кусочку, мы убьем козу. Да нет, она обсосет ее и выплюнет. Кстати. Выплюнула. Пока кормил барана, один отвязался. И сейчас будет за ним бегать, ловить. Ты дурачок. Мы тебя кормить пришли, а он убежал. Эй, вы маленькие совсем. Вообще. Куда? Вообще. Дети. Мама, прошу, это... Класс? Да кто там орет? А ну, успокойтесь. Съемку срываете. Какой миленький маленький утеночек. Угу. Смотри, какая у него шея. Угу. Да жутко будет потом. Зрители выстроились. Ну, скоро представление, вот они тренируются.
Мы опять в садике нашей дочки. И сегодня большой праздник. Сегодня у нас последний звонок. Так это волнительно, потому что мы уже пойдем в старшую школу. Я сегодня по-любому буду плакать. Так что мы начинаем праздновать. Смотрите, у нас даже флаг Украины у них навес сделан. C'est chaque pays. C'est l'Ukraine, si je ne me trompe pas. C'est ça? L'Ukraine. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye. Ne